И пошел Иисус в пустыню, чтобы быть с Богом. А как нам найти Бога сейчас? В хвале, в смирении, в танце, в общении, в слове, в повелении, в скорби. Мы отправились в пустыню, чтобы познать Его. Перемены уже начинаются. Станешь ли ты их частью или останешься на входе в пустыню?